Близится затмение. Если не возвратит солнце... Я найду ларец. Я ни за что не отдам его секте Кукулькана. Начинайте приготовление к похоронам. Унурата будет жить в каждом из нас. Учу, помоги им с лодкой. Надо готовиться к бою. Восстание должно победить. Мы вернемся с ларцом. Береги себя. Вернешься, мы будем готовы. Что дальше? Вернемся в Кувакьяку, подготовимся, а дальше решим. Все ради новой загадки. Какой же? Сердце змея лежит в чаше, рядом с каменными ликами. Ну, лучше, чем ничего. Наверное. Надо найти ларец и покончить с этим. Двигаться. Не искушай. Ничего. Нашел что? Стой,
Противник избегает столкновения. Продолжаем бой. Хватит прятаться, трусиха! Теперь ее найдем. Мы слишком рассредоточились. Это же была поисковая операция. Давай разделимся и сделаем, что можем. Я посмотрю там, а ты будь здесь. Приступают к поиску. Тут ничего. Мы ее найдем. Держитесь ближе. Подайте знак, черт, если что-то найдете. Черт, на нас охотится! Понял. Мы найдем того, кто это сделал. Господи, надо все здесь осмотреть. Начинаем поиски. За мной. Прикрывайте фланги. Впереди. Оружие наготове. За мной. Оружие наготове. И не убежать. Начинаем поиски. За мной. Прикрывайте фланги. Наверняка где-то поблизости. Наверху что-то может быть. Пойдешь впереди, оружие наготове. Она еще появится! За мной, оружие наготове. Она не могла уйти далеко. Начинаем поиск. Понял, начинаем поиск. Перехожу к поискам. Thank you.
Что происходит, командир? У нас был флешок. Отряд Каба. Все чисто, сэр. Давай. Это кардинал 2. Повреждение от тряски в Джульен 3. Обвал вывел из строя критичную платформу. Пожар нет. Какого черта? Что я вообще здесь делаю? Унурату нет. Ларец не у меня. И он... Боже, если с ним что-то случится... Зараза. Сообщение с самой Мексики. Рурк. Командир Рурк, ты меня уже послушала, а теперь я слушаю тебя. Еще один предвестник. Каково это? Знать, что ты виновата во всех бедствиях, во всех страданиях. Я знаю, что сделала. Твое лицо, когда Домингес сказал тебе, но ведь тебе был нужен кинжал, правда? Отряда на пляже. Это не должно повториться. Нам лучше все обыскать. Есть что-то интересное в новой поставке? Дамы и господа, тепловизор. Я впереди. Я что-то вижу! Где? Все. Ошибка. Какой-то зверь. Будем зажигать свет или как? Будешь приставать, я вообще его не включу. И почему такая спешка? Рурк сказал, Крофт идет сюда. Черт подери! Ладно, сейчас все сделаем. Вот так. Очки что-нибудь засекли? Мелкие животные. Ничего стоящего. Надо обыскать всю территорию. Думаешь, Рурк не зря нас пугает? Конечно, нет. Он не стал бы менять приказы, если бы не было причины. Да, лучше перестраховаться. Она уже убила столько наших людей. Не вы... Стоп. Вижу тряску, не упаси! Отведи ее! Я уже выстрелил. Привет, Ральф. Привет, сэр.
ты кого-то видишь? Тогда бы я уже выстрелил. У нас снова потери. Если ее укрытие хоть немного пропускает тепло, я ее увижу. Как она это делает? Это что? Я пойду проверю. Вечно он ломается. Твою мать! Прослушивают. Понял. Я тебя найду.
Это рецепт галлюциногена. Применялся на войне. Должно помочь. Если намазать им стрелы, получится эффективное оружие. Нет столько места. В этот раз она не уйдет. Это будет очень просто. Ну, поехали. Может со всеми справиться. Прорваться мимо всех нас невозможно. Намного больше. Эй, все в порядке? Ты заодно с ними! Не тут! Я держу! Ничего не могу взять. Нереально. Больше я не унесу. Здесь кто-нибудь из вас проходил? Тут сломанные ветки. Базовый лагерь плохо меня слышит. Вот он заработал. Выглядишь ужасно. Он сошел с ума! А? Что? Что же здесь не так? Вижу противника! Что за дело?
помощь! Я долго! Иона? Иона, ответь, пожалуйста. Он не ответит, Крофт. Что? Он мертв. Можешь смело добавить своего дружка Иону к списку людей, которых ты погубила. Да пошел ты, Рурк! Если хочешь забрать труп, он на нефтезаводе. Я иду за тобой. Thank you.
иногда мне кажется, что я обязана идти дальше, иначе я просто всех... Грядет цунами. Это первое из множества бедствий. Твоя вина! Надо идти! Только я могу! Только ты можешь что? От меня, Рорк. Считай, ты уже покойник. Это Рорк. Меня вызвали в карту. Выиграть кровь на тебе.